Всем привет, с вами Наталья Маханева. Сегодня мы приготовим вкусняшку для моей дочери. Она очень любит замороженную протертую смесь ягод с сахаром. Особенно много такой смеси идет зимой к блинчикам, ну или на масленицу, как чаще всего. Сегодня у нас будет смородина черная, смородина красная, смородина белая, крыжовник и земляника. Ну и все это протрем с сахаром и закинем в морозилку. В таком составе микс я буду делать первый раз. Надеюсь, что он дочери понравится. Приступим. Весь наш микс мы пересыпаем в одну емкость. Замеряем вес, чтобы знать, сколько примерно положить сахара. Значит, повторяюсь. У нас черная смородина. 191 грамм был. Догнали с красной смородины. Получилось 312 грамм. Добавляем белую смородину. Ти-ти-ти. 481 грамм. Крыжовничек. Итого у нас 684 грамма. И для аромата, конечно, земляника лесная. Земляника в этом году ремонтантная у нас вымерзла. Поэтому остатки сладкие. Итого у нас получилось ровно 700 грамм. Для начала я попробую сделать это пропорции 1 к 2, 2 ягоды, 1 сахар, то есть 350 грамм сахара. Посмотрю по консистенции сахара и дальше уже буду думать, решать, надо ли добавлять сахара или нет. Отправляем весы. Пошелушу немножко на пакетик. Стоп. 360 грамм сахара у нас получилось. Перебиваем нашу смесь блендером. Не буду напрягать ваши ушки. Сделаю это за камерой. Друзья мои, вот такая у нас смесь получилась. Микс из 5 ягод. Пропорция 1 к 2 с сахаром достаточно. Из-за того, что ягоды очень сладкие, больше сахара точно не нужно. Сейчас я оставляю минут на 10, еще чтобы сахар полностью растворился. Разливаю по контейнерам. 500 миллилитров и убираю морозилку. А, еще наклеечки поделаю на них. Микс для блинов. Вот такая вкусняшка у нас будет. И не думаю, что она доживет до зимы, потому что тут всего около килограмма смеси. Но, тем не менее, мы ее попробуем и в следующем году будем тоже такое делать. Всем пока. Подписываемся, ставим классик. Пожалуйста, не забываем ставить классик. Пока-пока.